О, как-то топ. О. О, началось. Что произошло? О, наконец-то и выделили форму, ребята. Что, форму? Да. Она раньше с обзоркой. О. А, все, понятно. О, Ираида, здравствуйте, как дела, Ираида Викторовна? Что? А где дед Магомед, а? О, все, ребята. Свобода. Блин, свобода. Свобода, Проход держать свободу называется. Вот. Одна минута, ребята. Ребята, нифига себе, какие тут баталии. Смотрите тут на науфтики. О, смотрите, ребята. Это контрашей. Это, блядь, пиздец, ребята. Порванный наушник тут. Ё-моё. Стажёрки этой. Нифига себе, тут какие баталии тут были. Порванный наушник. Сейчас пойду им отдам. Ребята, сейчас пойду им отдам. А извините, сейчас. Да, наушники хотим вернуть. Да. Они туда зашли. Блин, наушники нашли. Походу их, блин. Либо кого-то из пассажиров. Ребят, вот баталии, блин. Вот, обратите внимание, порванный наушник. Вот, пиздец. Вот такие вот тут баталии, что у нас тут наушники рвутся. Бля. Да, и порвали ему наушники. Вот так у нас работает ГКУ 5-й отдел. Ну-ка, дай-ка. Алло, вы тут? Наушники чьи тут разорванные, а? Погнали. Сука! Сейчас, дай-ка. Извините, Митя, а что тут случилось? Просто мы нашли тут на полу разорванные наушники. Что тут было? Ну я представляю, что тут было. Да, с контролерами. Вот, ребята. Ой, блядь. Блин, вот. Ой, блядь. Я это сейчас еще... Чьи наушники? Почему тут? А, у меня беспроводные, блин. Беспроводные? А чьи это наушники? Слушай, может, стажурка? А? А пассажирка? Вы можете забрать себе, если да. Вам понадобится. А, правильно, сами испортили кому-то наушники и мне, и нам отдают. Вот, ребята. Вот, чтобы вы понимали, эти наушники вон там были найдены, где обычно стоят контролеры. То есть, наушники порванные. Вот, сами можете видеть. С кем у вас драка тут была, а? Что вот тут, что там лежали порванные наушники? А, Евгета? Что, с кем дрался? А, порванные наушники там лежали, блин. Вот что вы понимали, сейчас еще раз повторюсь. Видим, наушники лежат вон там, вот эти вот порванные. А там как раз стоял бывший стажерка. А там, да, стоял. Ну, короче, они там, как обычно, стоят. Чьи наушники? Отдайте стажерки. Блин. Или пассажиру. Вы хотели выйти. Ладно. Вот тут такие вот баталии бывают, что тут рвутся наушники. Давай. Ребята, это AirPods айфоновские, они, сука, дорогие. Вот, ребята, вот что творят эти изверги. Придят чужому имуществу. Вот, снимай. Вот, давай. Эй, вот так. Давай, вот. Давай, лысый. Давай, иди. Погоняем лысого. Погоняем.
Итак, ребята, вот извините за то, что некоторые фрагменты были в вертикальном положении, так как я хотел эти видео сразу вот заснять, эти несчастные порванные наушники, и выложить их в чат один. Ну, как вы можете понимать, по этим несчастным наушникам тут баталии жесткие. Контролеры просто хватают людей там за рукава, там за одежду, ну, короче, за все, что под руку попадется, вплоть до этих несчастных наушников. Вот, ребята, вот в чем смысл жалобы вот писать в организатор перевозок. Один фиг их отмазывают. Вот мы вчера написали заявление вот на одну контролершу, которая прижала безбилетницу, ну, не безбилетницу, пассажирку. Все-таки у нас презумпция невиновности в нашей стране. К стенке, вот схватила за плечо, она там Батурина еще там пришила то, что она не хватало. А на видео четко видно, как она за плечо схватила. И прижала к стенке. Сейчас, извините. Сейчас. В итоге мы на нее заявление, конечно, написали. Ну, инспектор сказал то, что это заявление отфутболит их начальству, которое, я уже повторюсь, их отмажет. Вот в чем смысл на них писать жалобы? Один хер их отмазывает. Да, ответ он получит, но это отписка будет. То, что, мол, проведут с ней дисциплинарную беседу. Ну, короче, пальчиком пригрозят, больше так не делай. Блин. Да, кстати, были сегодня на текстильщиках. Их сегодня вообще не было. Ни в 11 часов, ни в 4 часа дня или вечера. То есть вообще голяк был. То есть на неделю там успокоится и все. Ну, блин, Батурина будет работать. Потому что, блин, отмажут ее. Вот взять случай на Лесопарковой. Вот сейчас, блин, высветится ответ по Носкову, который люто беспределил. Там на Лесопарковой. И что? Выгораживают их. Вот что с ними делать? Вот как добиться справедливости, ребята? Вот как добиться справедливости? Чё? Переходить на радикальщину? Не хотелось бы переходить на радикальщину. Вот что ты можешь сказать по этим наушникам порванным? Что вам сказать? Там пассажиры по-любому. Потому что, то есть, они как раз были за той маромойкой, которую, то есть, где она стояла. И нашли именно их там. Это мразота, сука, там. Как кого-то пассажиры схватили, вырвали и все. Ну, порядка больше нет, знаешь? Если эта маромойка стояла там. И где находились, именно там. Кого-то схватил, кто-то пассажиры, и все. Пассажир вырвался, и наушники подарил ей, блин. Вот такие вот баталии бывают на сайте. Так, что такое? Что такое? Ну, здравствуйте. Ты порвала наушники, мне интересно. Кто наушники порвал? Кто наушники тут порвал? На будущее паспорт им не давайте. А кто из вас тут наушники порвал? Да ты чё, тут лежали наушники. Кто наушники порвал? Ты наушники порвал или это, бывшая стажёрка? Вот, ребята. Всё. Опа. Уважаемые пассажиры, оплачиваем проезд на линии контроль, социальные карты из своих рук предъявляем. Руки не давать им. Руки контролерам не давать. Давай иди до фабриковой делай, как ты любишь.
Ергеш, видишь, что это? Не вздумай трогать. Вот это вот не вздумай трогать, ладно, Евгений? Вот это вот не вздумай трогать. Вот, тоже. Хожу в наушниках, тоже. Вот, Ергеш, не вздумай трогать это. Понял? Не, ну ладно. Ну ладно, ладно, чел. Ладно, чел на свою совесть решил дать им пакет. Пришел вот покаяться. Ладно, не будем за это его судить. А наоборот. Не будем ему в этом мешать. А, кстати, будете? Будете? У бомжей специально отжали ради вас. Будете? Попить хотите? У бомжей специально отжимали ради вас. Витерна, куда уходишь? Мы бомжи сок отжали, будешь? Витерна, вернись. Вот что, простим. Даже порванные наушники, не, это этих, блин. Лысый и бывшая стажерка. А это что такое? Ух, нифига себе. Что-то выпало тут. Еще что-то тут какие-то находки лежат. Ё-моё, ну и баталии тут. Тут трубка пластиковая выпала у кого-то. Да, трубка там пластиковая у кого-то там выпала. Ну, вот это вот. Вот эту. Да. Я подумал, как это еще очередной артефакт с этих баталий тут. Итак, опять слиняли. Остался только лысый. Сейчас там штраф дописывает. Ну, чел там решил покаяться все-таки. Согласился сам. Согласился сам. Так что все по закону, все в рамках закона, ребята. Никакого криминала. Так что не будем. Да, не будем писать. Но все-таки у лысого надо спросить, кто наушники порвал. Он или. Или это, блин, белобрысая. Да? О, Юра Гриндес! О, здорово, остался блогер. Че? Вот он, Картасов. А я смотрю, что-то он как-то не особо активен. Вот, Витёк, знакомься тоже. У меня времени много. Ну что, все, домой? Кто наушники порвал, а? Лысый. Иди пописай. Да ты чё? Это констатация факта. Констатация факта. Хоть я тебе приколюху тут показывал. Сейчас, иди сюда, иди сюда. Сейчас ты охуеешь, блядь. Вот, иди сюда, вот, показывал. Вот эта вот вещь была найдена вон там. Обрати внимание на состояние наушников. Вот, обрати внимание. Ну, я вижу, порвано. Эта вот вещь была найдена вон там. Вон в том месте, где они стоят. Да-да-да. Я вот свой ролик назову контролёру ГКУ и тайна порванных наушников. И наложу песню.